Нас родили, чтобы мы любили. Нас родили, чтобы мы прониклись на уровне состава крови иисусовским вдохновительным прозрением. Бог – это любовь. Потому что любовь – это и есть каналы гармонии, связи человека и солнца. И когда я говорю слово «жертвенность», это звучит плохо, но оно тоже корявое. Когда я говорю «использование», это еще более грузит мозги. Но если я говорю «любовь», и эти процессы между солнцем и человеком, они связаны любовью. И между солнцем и более высокими степенями иерархиями они связаны любовью. Тогда не так коробит? Не так? Я думаю, что сейчас удивительное такое время, удивительный такой процесс. Такой удивительный процесс эволюционного развития, когда изменяется спектр энергетический, который облучает Землю. И на этом этапе востребован каждый человек. Востребован в своем праве на использование и в ответственность за жертвенность. Почему я так определил? Право на использование. Потому что это право на сотрудничество, право на растворение, право на то, чтобы быть человеком. И почему я говорю, что ответственность за жертвенность? Потому что, растворяясь в потоках солнечной энергии, практически ты становишься Вселенной. Ты всегда, я, ты, он, она, вместе, дружная страна, мы всегда Вселенная. Но Вселенная вот этой связью с идеальностью. Потому что идеальность, реальность не рожает. Она ее использует. Наверное, есть вопросы? Да, попробуй здесь сформулировать вопросы. Здесь можно реагировать, сказать: Симонов, ты говоришь глупость. Ну, это будет в какой-то степени, наверное, справедливо. Ибо относительно тех знаний, которыми переполнены наши мозги, я говорю что-то несуразное. Или можно сказать: Симонов, ты говоришь потрясающие вещи, это прозрение. И это тоже будет неправильным и неточным. Потому что если я это говорю, значит, это витает в пространстве. А если это витает в пространстве, то значит, доступно всем. Доступно всем. Но мне интересно об этом говорить. Может, поэтому я в какой-то степени, на какое-то там мгновение отличаюсь от тебя, того, который сейчас меня слушает. Но это мое отличие, оно же отличие на дифференциацию. А я абсолютно убежден, что пришло время интегрирования. То есть, что это значит? Это значит, пришло время осознания своего единства. И пример такого единства вот сейчас на ваших глазах, ибо я сейчас говорю, а вы слышите, ты, он, она, страна, земля, слышите меня. Значит, это в вас есть. Ибо если бы я сейчас говорил на каком-то тарабарском языке, вы бы меня не поняли. А если вы слышите и не понимаете, это не значит, что вы не принимаете. Ибо слово «понимать», оно характеризует копание в собственных знаниях, перебор знаний.
А, вот это я понимаю. Потому что там это читал, там это слышал, ага, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это понимание. Понимание – это опыт, это атавизм. Но есть великое слово – принимание. Это когда, может быть, даже я не могу объяснить некоторые вещи. Допустим, попробуй объяснить солнце. Ну да, там можно его температуру прочитать, как там процессы идут. Некоторые считают, что термоядерные, некоторые считают, что там плазменное преобразование. Не так важно. Я могу об этом прочитать. И могу даже сказать, что я понял. Но я же буду глуп в этом случае. Потому что мое понимание, оно основано на микроскопической капле информации. А вот слово «принимание», оно абсолютно всегда тотально, потому что я могу не понимать процессов Солнца, но я абсолютно знаю, и это я утверждаю, и это я говорю открыто и смело. Я знаю, что Солнце определяет нашу реальность. И это мое принимание этого знания, оно не относится к знанию, оно относится к очувствованию. А вы знаете, что таким образом живут дети? У них же нет знания, но есть очувствование идеальности. Поэтому они счастливы до тех пор, пока мы не начинаем их воспитывать. И не вгоняем в эти социальные догмы. Ну, естественно, без знания социальных законов, как он потом выживет, понятно. Поэтому мы его воспитываем, мы гоним его в кружки. Мы хотим, чтобы он сделал все то, чего мы не смогли сделать. Это зачем это характеризовать? Тут каждый несет свою собственную ответственность. Но если вы хотите встретиться с идеальностью на планете, ну, кроме Солнца, взгляните на детей. И если вы хотите прикоснуться к идеальности жизни, взгляните на счастливых женщин. Не тогда, когда они занимаются карьерой, и не тогда, когда они зарабатывают деньги, а тогда, когда они просто смеются. Просто так. Просто так. Это идеальность. Я думаю, что на Земле идеальность представляют дети, женщины и океан. Дети, женщины, океан. Ну, не так много и не так мало. Ну, я бы еще сказал, что идеальность представляет каждый из нас. Ну, вы что? Представляете, вот встаньте перед зеркалом, скажите, я идеальный. Но если никого дома нету, то смеяться будет некому. Но если кто-то рядом есть, ну, кроме собак и кошек, которые подтвердят вашу идеальность, ибо они сами идеальны, то в этом случае, в общем-то, вы можете испугаться сами. Но если кто-то в доме есть, то они вас испугают насмешкой. Но они сами идеальны, и вы идеальны. Так в чем же проблема? Почему сегодня на Земле человечество так убого, несчастно и невежественно? Относительно своей глобальной вселенскости. Да потому что не может признать свою идеальность, ибо это право ответственности. Это право ответственности знать, что ты идеальный. Идеальность идеальна, реальность реальна. Ну, идеальность для наших земных условий – это Солнце. А что ж такое реальность? Я сейчас скажу, а вы вместе со мной улыбнитесь. Это иллюзия. Реальность, которую проживает человек, в частности, каждый из вас – это иллюзия. И иллюзия, потому что очень большой разрыв между осознанной ответственностью за свою идеальность и теми процессами, которые мы погружены. Деньги, карьера, браки, знакомства. Разве это реальность? Нет.
Я думаю, что вот трансформация реальности в идеальность – это, наверное, эволюционный процесс. Это эволюционный процесс. И я думаю, что в этом определении моем идеальность, реальность не рожает, она ее использует, как раз и благословительность существования по отношению к человеку. Каждому человеку. Тут возникает очень интересный спектр для исследования по поводу индивидуальности. Ну вот я сейчас скажу, а потом попытаюсь объясниться, чтобы там на меня, если была сейчас бы аудитория, могли полететь в меня помидоры с гнилыми яйцами. Так вот, я считаю, что идеальности не существует. Это ложное определение. Как вопиют мои слушатели и зрители? Как это не существует идеальности? Я же не такой, как другие, а другие не такие. Да, в определенном спектре иллюзионной реальности вы индивидуальны. Но в каждом из вас сейчас, всю минуту, если вы меня видите и слышите, стучит сердце. Вы сильно знаете, как оно работает? Ну, на картинках видели, я понимаю. Ну, там, в общем-то, можете приложить руку, услышать стук, да. Но вы вообще представляете те микро-макро-процессы, которые происходят в сердце вашем, обеспечивающие вашу жизнедеятельность? Так это сердце, это все-таки, ну, вот считается, что как кулак, да? А если пойти дальше? В молекулы, атомы, электроны. Вы там сильно себя найдете? Отличным от дяди Васи. Мы индивидуальны только в пределах социальной системы. А в условиях общекосмического, вселенского, гармонического сосуществования мы являемся единицей уникального совершенно сознания, который называется человек. И человечество на планете представляет эту единицу сознания. Это квант энергии. Когда-то, я не знаю когда, может быть через... Ну, если ученые пользуются категориями миллиона световых лет, то почему мне не воспользоваться категорией тысяч лет? Ну когда-нибудь, допустим, там через 20 тысяч лет, человечество покинет планету как? Телом? Ага. Мы телом ограничены в пределах гравитации. Мы не можем даже спокойно вылететь, не знаю, там, на Венеру и на все, потому что неизвестно, как мы там сможем туда, во-первых, долететь, а во-вторых, вернуться. А за пределы Солнечной системы так вообще. Потому что скорость солнечного света, она ограничена. А если есть ограничено, то как ты можешь ограниченно вписаться в безграничность Вселенной? Никак. Поэтому телом мы Вселенную не покинем. Мы ее покинем только квантом энергии, которая выплеснется и даст возможность эволюционной программе Вселенной сдвинуться на один шаг.